Добро пожаловать на канал Hardasset Info. Перед нами находится устройство Asus ROG Phone 7. И сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery. Итак, для этого мы выключаем телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. Держим тогда появление меню, потом надо быстренько отпустить кнопочки. Вот, и теперь при помощи кнопок громкости мы переключаемся между режимами, которые тут есть, ищем Recovery Mode, находим и нажимаем на кнопочку питания. И таким образом попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.